Совсем недавно я узнал такого замечательного музыканта, как Дитмаус. И это была любовь с первого взгляда. Ну, в его творчество. И теперь у меня есть мечта. Я мечтаю, что когда-то, надеюсь, что скоро, у меня получится записать с ним совместную песню про Майнкрафт. Но я очень стесняюсь ему написать, ребята. Серьезно, я очень стеснительный. Но кажется, я знаю, что меня раскрепостит. Что меня смотивирует ему написать уже сегодня или завтра. Все зависит от вас. Ведь именно вы можете мне в этом помочь. Поставьте лайк этому видосу. Если это видео наберет 50 тысяч лайков, ребята, я прямо сейчас буду писать Дитмаусу и предложу ему сделать совместную песню. И будет очень здорово, если он согласится. В предыдущем ролике я смотрел самые его популярные песни на его YouTube-канале. А сегодня я посмотрю самые новые, самые свежие его песни. Что пишет Дитмаус на данный момент? Что актуально, так сказать? Для него. Поехали слушать! И первое видео называется «Грустная песня про Сигму в Майнкрафте». Мне от одного названия уже грустно. Еще и на превью какашка. А это я люблю, ребят. Поехали, посмотрим. Сигма свина крипер вместе с Сигма свина котиком гуляли по пустыне и гоняли бегемотика. А бегемотик плакал, а страху он покакал. Бедный бегемотик, ставь лайк, если тебе очень грустно из-за этого. Все бы было хорошо, но Сигмы наступили на говно. Сигмы плачут, все ножки в какашках. Сигма свина крипер. Идеально! У меня только вопрос, я немножко текст не понял. То есть Сигма свинка крипер вместе с Сигмой, свинкой, кошкой шли по дорожке. Я правильно все понял? А следующее видео называется «Сигма Крипер с Сигма Свинкой шли по лесу». Окей? Сигма Крипер вместе с Сигма Свинкой под грибами шли по лесу в двоечка и жестко угорали. А навстречу к ним влачился пьяненький дедочек. Деда, что ты тут гуляешь? Да еще грибочки. Классический дед под грибами. Дуля, мы собираем грибочки. Йоу. Ведь у нас есть штрих сочный. И на шляпках мы рисуем беленькие точки. Так вот откуда они берутся, эти белые точки на мухоморах. Так, песня про пьяного дедулю, который идет в магазин. А вот это интересно, смотрим. Дядя по имени Зин идет пьяный в магазин, потому что в его зиле кончился бензин. Так, пока все логично. Дядя пришел в магазин, долго ищет он бензин. А магаз-то продуктовый, но не знал об этом Зин. А вот это, конечно, ошибочка. Вот это ты, конечно, не подумал. Расхерачил все витрины в поисках бензина. Но его остановила злая тетя Зина. Блин, вот теперь мне стало интересно, кто сильнее, кто победит в драке, баба Зина или дядя Зин? Напишите в комментариях. А следующее видео называется «Песня про дедушку и мухомор в Майнкрафте». Дедушка ходил по лесу в поисках грибов, но у деда не было мозгов. Ставь лайк, если тебе жалко дедушку. Дедушка вдали увидел мухомор, он сажал его и пошел домой. Очень весело под музыку пошел домой. Но до дома наш дедуля так и не дошел. Шайлу Шая встретил бабку с калашом. Сигма Крипер вместе с Сигма Свинкой шли по лесу. Подпишись на мой канал и выйдет продолжение. Боже, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы наконец-то мы услышали продолжение данной замечательной песни. На канал Дитмауса, если что. А следующее видео называется «Обезьяна Ти-Ти-Ти». Вот это интересно, блин, это какой-то стих из моего детства, смотрим. Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи. Да, что бы она еще продавала с таким-то именем? Калачи, лазерные лучи, бензин в ночи, куличи, точеные мечи. А бабуля от души наварила 8 щи.
8 щи, бабка наварила от души. 8 щи, обезьянка отдала все кирпичи за щи. 8 щи? Блин, а что такое 8 щи? Вот это, конечно, вопрос, ребята, который мне не будет давать покоя всю мою оставшуюся жизнь. Ну, если вы в комментариях не напишите мне, что это такое. Я знаю по-китайски только пинчилинь. А следующее видео называется «Крипо-девка в Майнкрафте». Что за крипо-девка, блин, и как с ней познакомиться? Этот крипер покраснел, потому что он влюбился в крипо-девочку. Блин, такая красивая. Как же, подожди, что у него там между... Крипо-девка. Крипо-девка, знай себе цену и не подаст она виду то, что это все взаимно. Не дотрога. Но крипер тоже не из рукава десятка. Целых 5 котят. И покраснела девчонка, она по ушке влюбилась. Но проблема в том, что крипера больше не существует, он взорвался, надо было раньше влюбляться. Блин, еще один повод никогда не влюбляться в крипо-девок, серьезно. На следующее видео называется «Песня про батю и сына в Майнкрафте». Ясный день, и светит солнце, во дворе гуляет школьник, у него сегодня выходной. Вдруг к нему подходит батя, под затыльник отдает. Ты еще ДЗ не сделал, а ну быстро, блин, домой, сынок, домой. Ой-ой-ой. Ну, 5 минут еще. Я сказал домой. Блин, это какая-то печальная песня, если честно. Чувак просто хотел насладиться замечательным ясным днем. В свой единственный выходной. Ну ладно, не судьба. А следующее видео называется «Песня про поросенка Вову». В Майнкрафте. Окей. Поросенок Вова хотел покушать плова. Еще бы, блин, не хотел. Все ж свиньи любят плов, это все знают. Но вот незадача в плове поросенок. Поросенок Лёшка хотел сожрать тушенку. Глянув на состав, увидел 100% Вова. Нет, маман! 100% Вова, подпишись, если кринжово. Кстати, если миломан, то тоже подпишись, тут клёво. Так, ладно, я считаю, что это не кринж, во-первых. А во-вторых, я уже подписан, потому что я миломан. И мне очень жалко Вову, да ё-моё, Вован. А следующее видео называется «Эй, чувачок, не кури табачок». Окей, не буду, но видео посмотрю. Эй, чувачок, не кури табачок. Он тебя убьет, он тебя убьет. Это факт, ребята, не надо курить табак. Вот там не табак, там в трубке чаек. Так давай его добавим в кипяток. Ну это логично, чай лучше пить, чем курить. Это факт, мне кажется. Эй, чувачок. А, это все? Ну, зато все по факту, зато все по делу, ё-моё. Следующее видео называется «Грустная песня про деда и бабку в Майнкрафте». Окей, смотрим. Недовольный дед обиделся на бабку. Бабка за него насрала в коляску. Долго плакал дед и поставил в уголок он бабку. Засранку. А, это вся песня? Ставь лайк, если ты тоже грустил, когда вместо тебя посрали в коляску. А следующая песня называется «Песня про меломана в Майнкрафте». А вот это интересно, потому что я являюсь еще тем Майнкрафт-меломаном, я хотел сказать. Ну, вы поняли. Эй, чувак, ты чё стоишь в наушниках, кайфуешь? У тебя ж играет кринж, у тебя ж играет кринж. Почему ты так на газной... Я не понимаю, это Глент? Глент снимается в клипах Титмауса или шо? Значительно башкой качаешь, я не понимаю. Я не понимаю. А мне пофигу, я меломан. Yeah. А ты тупое плотно. Я точу на это шпагу сам. Просто признаться страшно. Да, действительно страшно в этом признаваться.
А следующее видео называется «Песня про толстую девчонку и котенка в Майнкрафте». Кто бы мог подумать, блин, я думал в Роблоксе, но нет, в Майнкрафте. Слишком толстая девчонка не заметила котенка и расплющила ребенка. Бедный котик лежал котик прям под солнцем и засох он как лепешка. Рядом плакал толстый мальчик и попал прям на котенка. Котик разбух от слез после дождей и грез. Толстую девчонку с мальчиком он тоже перерос. Стал больше, чем дракон, больше, чем снежный ком. Но проблема есть одна, не влезет котик больше в дом. Блин, да ё-моё! Грёбаная девчонка, зачем ты его раздавил? У него теперь проблема на проблеме, из-за тебя всё. Ну и последняя песня на сегодня, моя любимая, ребята. Песня называется «Сигма в Майнкрафте». А вообще, мне все нравятся песни. Но это очень клево. Сигма Крипер с огурцом во рту гулял по полю. Прилепил он на себя чешуйниц по приколу. А к нему навстречу ковылял голодный бомжик. Бомжик, что с тобой случилось? Я голодный котик. А ты не плачь. А ты не плачь, бомжик. Скушай огурец сочный. Yeah. Он не лезет ко мне в руки. Ой, тогда возьми ты ножик. Ну что, ребята, я хочу сказать, что я могу бесконечно смотреть видосы Титмауса. Благо, у него их очень много, и это очень здорово, я считаю. Но! Хорошего понемножку. Если это видео наберет 50 тысяч лайков, я напишу Титмаусу и предложу ему сделать совместную песню про Майнкрафт. У меня есть песня про ананас, у меня есть песня про спагетти, у меня есть песня про киндеры-сюрпризы, у меня есть песня даже про, блин, морковку. И песня про битбокс, но про Майнкрафт песни у меня все еще нет. И мне бы хотелось, и мне почему-то кажется, что идеально, чтобы эту песню спел я не один, а вместе с королем песен про Майнкрафт с Титмаусом. Но смогу ли я до него достучаться, не знаю, ребят. 50 тысяч лайков, и я пишу. Я набираю смелости и пишу. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Йоу, я Майнкрафтер, ты Майнкрафт, буду я в тебя играть, где-то буду. Алмазы.